Добрый вечер. Из таким мы узнали, когда мы живем недалеко, увидели здесь русскую школу, решили отдать нашего сына сюда. Ему было 4,5 года, когда начали. Вначале было как бы ему тяжелее, но потом... Сейчас он в данный момент ходит 1 год. Год уже начал ходить. Изменения в развитии ребенка колоссальные. Если раньше он, например, не мог подниматься на второй этаж первый раз, сейчас он до третьего бегает, физически намного подготовленный, более активный. И самое, что мне нравится в Эстакем, то, что дети не ходят туда, как, например, на работу, им нравится, у них есть развитые игры, которые нравятся детям, что они ходят от души на тренировки. Пожелания для них у меня самые лучшие. На самом деле я им желаю, чтобы школа развивалась, чтобы выходили побольше чемпионов наших, чтобы с каждым годом их становилось больше, и тренеров, и студентов. Эдик, так держать. Мы тебя очень любим. Удачи! Удачи всем россиянам, кто приехал с России там, на лагерь. Лагерь тоже суперский, молодцы, хорошая организация, дети в восторге. Я первый раз видел 40 там, 20, от 20 до 40 детей из такой организации, что всем все нравится. Удачи вам, ребята!